Друзья, всем привет! Итак, мы расширяем ассортимент прописей, которые так вам полюбились. Если они вам тоже нравятся, как и нам, поставьте лайк и подпишитесь. Итак, разберем, как же с ними работать. На деревянную основу кладем прозрачный плотный лист, закрепляем специальным зажимом и начинаем творить. Напоминаю, что для рисования подойдет маркер на водной основе, который можно стирать губкой или салфеткой. Между деревянным планшетом и прозрачным листом можно прокладывать листы с дополнительными заданиями – геометрические фигуры, цифры, узоры. Ну или распечатать свои варианты – машинки, принцессы, кому что интересно. Благодаря деревянному планшету прописи удобно брать с собой в путешествие. Всегда твердая основа позволяет удобно устроиться в любых условиях и потренировать навык письма. Благодарю за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь. До новых встреч. Пока-пока.